кричалки и взрывы оваций футболистов уже не удивляют. Команда привыкла к теплым приемам и отвечает болельщикам взаимностью. Еще 2 года назад на такие встречи приходило порядка 20 человек. Сейчас же зал заполнен до отказа. Несмотря на то, что ряды бело-синих покинули несколько ведущих игроков, любовь публики от этого не угасла. На их месте новые лица. Поступило предложение от «Волгаря», в частности от Юрия Фарзуновича. Мы как бы с ним знакомы по совместной работе еще в «Шинике». Он знает мои качества, я знаю как его как специалиста. И я не сомневался и пошел сюда к нему. И хочу с этим клубом добиться результата определенного хорошего, так же, как и с «Крыльями». Если говорить об усилении состава, то ряды белосиних пополнили защитники Азат Байрыев и Евгений Стешин, полузащитники Александр Елисеев и Максим Яковлев. Из тех, кто пока на карандаше у руководства клуба, Владислав Алексин, Дмитрий Саганович, Александр Балонин, Василий Пинчук, Максим Куфтин, Джабраил Кадеев и Алексей Сутармин. В ближайшем будущем некоторые из них перейдут под цвета «Волгаря», а пока на встрече объявляют предварительный состав дружины Юрия Газаева. Полузащитники Алексей Коломиченко. Ежегодные встречи проходят в стандартной форме «Вопрос-ответ». В первую очередь любители футбола интересуют планы и задачи «Волгаря» на предстоящий сезон. Руководство «Белосиних» заявило, что команда постарается войти в лидирующую четверку первой лиги, хоть это будет и непросто. Кроме этого, болельщики узнают подробности игровой нагрузки и о внутреннем состоянии команды. Меня интересовало состояние нашей вратарской и защитной линии, потому что, судя по нарезкам со спаррингов, работы у них особо не было. То есть больше резвились игроки атакующей линии, а вратари и защитники, в принципе, бездействовали. Но ребята ответили, что как бы, в нарезках только малая часть игры, и то, что у вратарей и защитников хватило нагрузки вполне. Один из болельщиков, Александр Барышев, сделал подарок бело-синей дружине. Он подготовил сборник отчетов о матчах в стихах. Эти произведения и болельщикам, и игрокам уже знакомы. Автор писал их после каждой игры «Волгаря». Стихотворные отчеты публикуются на сайте команды, а теперь еще и пополнили актив клуба печатным видом. Екатерина Булатова, Роман Черкашин, Центр новостей.